Здравствуйте, подписчики и гости нашего канала. Уже начинается праздник. И мы будем быть. Это небольшой праздник, я считаю, но... Сейчас у нас начинается утренник в Доме пионеров. Утренник для детей, кто ходит на дополнительные занятия. Мы ходим на какое занятие? По химии. По химии. Юный Эйнштейн, исследователь. Ну, сегодня с нами еще и Василиса, так как это мероприятие вечером, и нам ее пришлось с собой брать. Ты летишь, ты уже готова, наряды, подарки, ну, ты
Есть. Раз, два, два. Папа, я. Заказывала, просила. А помнишь, что ты просила у Дедушки Мороза? Точно. Смотри, ну-ка скорее доставай. Вот. Нравится? Ну иди туда. Ой, скорее, подожди. Подарок рукам. Давай мы сейчас суточки оденем. Очечки. Так. Одеваем красиво. Держи уточку. Не дави, а то сейчас вот. Держи уточку. И, конечно же, наверное, ты любишь сладкие конфеты. Любишь? И тебе, волшебник, смотри, еще какой замечательный кулечек. Нравится? Давай, иди, подходи под елочку. Давай мы тебя сфотографируем. Вот так вот уточку мы возьмем.
чтобы добрый волшебник увидел, какая ты радостная и счастливая. Олечка, смотри сюда. Вот. Все, замечательно. Стой, улыбочку. Ой, какая красивая у нас Олечка. Олечка, на меня смотри. Вот такая красавица. А еще у вас какая красавица рядышком. Теперь уже до полночи не потеряла, да? А дома потом доставишь. Давай еще маленького туда зайку. А ты знаешь, откуда такой подарок у тебя, Оля? Это была елка желаний. На елке висели желания. И твое желание было тоже на елочке. Ты же пожелала? Уточку на фан. И ты ее? Получила. Здорово, да еще и сладости. Я была очень рада, что ты рада. Не повалилась. Мы получили тебе конфеты, еще ящик с конфетами, кулек с конфетами, удочку Афан. Да. Да. Пару месяцев назад это была самая популярная игрушка. Во. И ты тоже такую хотела, да? Да. Попробуй поиграть. Только не разбейчики. И бам! Заяц. Это главный пятилок. Следующего года. Все, ставьте лайки, подписывайтесь. Пишите комментарии и пока-пока. Новый год! Осталось пару дней. Подонок, ты, и чистая,